сохранен. И в связи с отсутствием легионеров из дальнего зарубежья абсолютно неизвестно, как пойдут дела. А счет становится равным. Ошибка грубейшая перед своими воротами. Прессинг третьего номера «Спартака» и шикарный удар в ближнюю девятку. Андрей Новиков. 1-1. Смотрим повтор. Навязал борьбу Дрозду Антон Шкарин. И, возможно, даже седьмой номер спартаковцев. Нет, не протолкнул мяч вперед, но результативная...